Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в очередной раз вам покажу Сирию. Сорт раннеспелый, с очень крупной, красивейнейшей ягодой. Урожайность на кустах прекрасная. Цветоносов много. Ягода вся крупная, точеная. Сила роста отличная. Хорошо восстановился после градобоин. Дал прекрасный урожай, несмотря на неблагоприятную погоду. Сирию очень-очень люблю, всегда всем рекомендую. Хорошо для тех, кто редко приезжает на дачу, кому нужно далеко перевезти ягоду. При этом ягода, несмотря на то, что она плотная, она очень-очень вкусная и сладкая. Давайте ягодку Сирии понюхаем. Аромат клубничный, с легкими земляничными нотками, очень сильный-сильный, яркий-яркий, сорт ароматнейший. Пробуем. Мякоть ярко окрашенная, средней плотности, средней сочности, очень приятная, сладкая, ароматная. Давайте посмотрим на красавицу Сирию. Ярко-алая мякоть, очень крупная, точеная коническая ягода. Крупный, огромный размер. Смотрите, действительно, на эти ягодки. Обалденная. Вот такая красавица Сирия. И транспортабельная, и вкусная, урожайная, здоровая, ничем не болеет, не поражается. Ранний-средний срок созревания.